Ну что, давайте начнем. Я думаю, где-то часик, может, полтора и хватит, потому что материалы бесконечные, можно говорить и говорить. И часик-полтора, а потом какие-то вопросы ваши, а потом немножко персональная работа. Я хотел сегодня поподробнее остановиться на законах, потому что в основу победы над тьмой лежит осознание этих законов. Не просто вот какое-то поверхностное, вот заповеди, заповеди, о них много говорят, а что это такое? То есть заповеданные законы, которые, собственно, и есть основа человеческого бытия. Вот, не осознавая их, мы жизнь свою проигрываем. Поэтому законы надо расшифровать. Что же такое заповеди? Мы говорили вчера об этом, что есть закон воздаяния или закон справедливости, что мы сеем, то и пожинаем. Поэтому любой человек, который живет на земле, в творении любое существо, живет в этих законах. Нарушая законы, значит, высшая юриспруденция гласит о том, что любой грех, то есть любой проступок человеческий, подлежит наказанию, то есть возвращение к нему того страдания, которое он причинил миру, людям, животным, стихиям и так далее. Этот закон незыблем, поэтому и жизнь наша так вот портится. И непричастных к этой беде нет ни одного человека, который бы не был виновен в чем-то. Возьмем одного человека. Движение как бы во времени. Само время оно стоит, а мы в этом времени оставляем следы. Вот наши проступки до сегодняшнего дня. Эти проступки имеют тенденцию возвращаться к нам сторицей. То есть проступок небольшой, но удар по судьбе будет более значимым. Такой педагогический прием у Господа Бога. И получается, что мы постоянно своими ошибками сами себя избиваем. Естественно, напрашивается ответ на этот вопрос. Как прекратить плохое? А перестаньте делать плохое, и тогда плохое исчезнет. Значит, вместо того, чтобы делать ошибки, надо поступать правильно, вместо ошибок. И тогда хорошее придет в вашу судьбу. И тоже сторицей. Ведь это настолько просто. Осознание этого закона, если человек действительно верит в Бога, тогда эта конструкция работает. Но если нет веры, человек над этим даже смеется иногда, хотя цитирует. И не учитывает это в своей судьбе. Вот это закон воздаяния. Возьмем, давайте, второй закон. Закон выбора. То есть это закон свободы. Ведь каждый человек хочет жить так, как он хочет. Делать то, что он хочет. И единственная наша задача – привести себя к закону. И тогда получается, что поступая по закону, жизнь начинает расцветать. Когда я через какой-то небольшой, там, год-полтора опыт это понял, я так удивился, думаю, как же можно было всю жизнь ходить мимо этого и не осознавать. А потому что веры не было. Вера, настоящая вера, она включает тебя. Она толкает тебя на исследования. И в конечном итоге вера постепенно через опыт превращается в убежденность, что и требовали от нас, в том числе Иисус. Оживите слово себе, то есть живите слово. Не просто цитируйте, а живите этим словом. Оно должно стать вашей нормой жизни. Это и есть настоящее причастие к Христу. Другого причастия не бывает, остальное профанация, пустота. Можно съесть там просфору, когору и так далее. Это все символы. Так же, как крест, который человек осеняет, все крестные знамения, это всего лишь символ. Но настоящий христианин, кроме символов, еще и живет так. И это очень важно понять. Говорить что-то и делать – это разные вещи. У нас говорунов полно и в политике, и в экономике, и так далее. В том числе и в конфессиях. А вот дел очень-очень мало. Поэтому закон выбора – это закон свободы. Возьмем человека, любого. Неважно, мужчина или женщина, по закону выбора за хорошее он получает хорошее, за плохое он получает плохое. То есть, как видите, эти законы, они все сочетаются. Просто их как бы разделили, вот общий закон,
общей воли Божией, разделили на какие-то части. Если собрать все эти законы вместе и сказать, какая единственная есть объединяющая заповедь? Есть. Любите друг друга. И в этом слове «любите» — это не значит, что у вас какое-то влечение или какое-то умиление. Нет. Будьте строги и справедливы. Если ваши друзья вам отдают тепло и радость, открывайтесь и живите, отдавайте им тоже. Но если этого не происходит, вы имеете право закрыться, петь строгость и справедливость. Это все. Это верхняя часть любви. А нижняя, то, что мы люди должны это воспринять, есть еще, да, и чувственность, и влечение есть. Есть радость от общения друг с другом. Вот это вот закон выбора. И отсюда, если человеку дана свобода выбора, соответственно, в этом мире существует и ответственность за выбор. Животные не имеют свободы выбора. Сущностные, как описывают, уж не имеют свободы выбора, а люди имеют свободу выбора. И поскольку мы свободны в выборе, поэтому руководящая линия Отца нашего Небесного говорит, ну пойми, не делай плохо. И так все пророки говорят, не грешите, не грешите, не грешите. В том числе и в церкви говорят об этом, не грешите, правильно, это здорово и хорошо говорить. Но как человека направить, чтобы он не грешил, как ему помочь, поддержать личным опытом священника? То есть священник должен быть иметь личный опыт. В таком случае он действительно священник, а слово «священник», он святит. И тогда бы паства пошла за ним, приобретая тот опыт, он бы делился этим опытом, и люди бы пошли. Вот. Уходя от греха, и все больше и больше приобретая позитивные, скажем, моменты в судьбе. Вот поэтому свобода воли, так называемая, есть глава о свободе воли, почитайте, она очень, очень важна. Там подробно расписано все вот, в свете истины, что такое свобода воли. Поэтому люди, неправильно распоряжаясь своей волей, приобрели вот такой вот вариант жизни, который мы сейчас имеем. Я думаю, на Земле очень-очень мало людей, которым такой вариант нравится. Всем не нравится. Но не нравится — меняйте. Ведь все в наших руках, абсолютно все в наших руках. Не в руках правительства или даже церкви какой-то, конфессии, не в руках чиновников, нет. Никто не может нам помешать взять и исправить свой характер. Никто, кроме нас самих. Поэтому никогда не надо никого обвинять. Не судите, да не судимы будете. Это свобода выбора. Далее. Закон подобия. Еще раз рисую человеческое «я». Если в человеке есть ошибки, там, зависть, обида, раздражение, ревность, тщеславие, там, уныние, может, еще какие-то, не важно. Потому что от тщеславия только от одного, там и хвастовство, и самомнение, чего только нет. Как ствол дерева, только цветает вот эти ядовитые плоды. Естественно, что бесы, которых вот миллиарды людей за сотни миллионов лет натворили, этих бесов, посмотрите, какая это цифра. Сколько раз человек отрицательные эмоции допускает в один день. Умножьте это на сотни миллионов лет и умножьте это на количество людей. Цифры астрономические какие-то. И вся вот эта бесовщина создает, скажем, такие острова, как пункты сбора. По зависти пункты сбора, по страху, по ревности, по обидам, по унынию и так далее. Вот. И как только человек, вот один человек, испугается чего-то, он сразу мгновенно что? Попадает в резонанс с этим океаном страха. И идет такая сумасшедшая закачка, вдруг неожиданно такой жуть тебя хватает. Если обида, то же самое, прям в разнос человек трясется от того, хочется ему отомстить, как бы не обидели там и так далее. Где справедливость вот эта вот? Также, почему это явление резонанса, вы знаете, по физике элементарно. То, что если вы волну запустили такого типа, вы тут же находите, и эта волна с вами начинает резонировать. Это принцип связи любой в радиотехнике и так далее, везде. В любых колебаниях. Поэтому очень важно выгнать из себя вот это. Если вы перестаете бояться, унывать, раздражаться, убираете гордыню свою, тщеславие и прочее, вот
ваша эта капсула, в которой вы живете, это биополе, не имея этих ошибок, перестает притягивать бесов. И вы тогда прекрасно защищены по закону подобия, они вас не могут войти, зацепиться не за что. Вот из-за чего редкие известные люди на Земле, уж не буду их поминать, добиваясь этого, они становились очень сильными. То есть свет шел к ним, и от них этот свет вот так вот распространялся, люди к ним тянулись за помощью, за советом и прочее, прочее. Это были настоящие священники. Может, они не одевали рясу и не становились официальными работниками, но это были настоящие священники. Поэтому к ним люди тянулись. Это естественная передача света тем, кто в нем нуждается. И когда в молитве «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да будь», и так далее, и так далее. «Хлеб насущный, дай на сей день», что мы просим? Света нам не хватает. Высветить наши ошибки, поддержать нас в движении вперед, избавиться от греха. И так далее, и так далее. Или человек, который имеет еще в своем арсенале и волю, и терпение, и веру, и цель ставит, для меня душа дороже, чем все земные блага. Где богатство ваше, там и сердце ваше, там чего-то добивается. Есть там закон тяготения, есть закон движения, давайте хотя бы закон движения. Я вчера уже говорил, тело должно быть подвижным. Вот. Если человек не двигается, какой бы он сильный в духе ни был, тело начинает дряхлеть. А вот именно дух не дает ему лентяйничать, дух заставляет тело двигаться. И тогда ты начинаешь принимать те формы жизни, или как это называется, нормы жизни. Встал, хотя бы легкую гимнастику сделай, облейся холодной водой. Там есть время немножко ближе к вечеру, посильнее гимнастику сделай, там хотя бы час-полтора на это потрати, это не так уж много. Но тело тебе ответит радостью, движением, ничего не болит, у тебя ни кости, ни там, ничего. Мышцы сильные, скелетные мышцы, у тебя и позвоночник не будет страдать, потому что косточки, если они не имеют скелетных мышц, как это запоры, они начинают друг от друга уже тогда, вот это остеохондроз, а что возникает? Это болезнь лентяев, тех, которые не хотят двигаться. Это все телесное. Интеллектуально вам, наверное, объяснять не надо, если человек не хочет знать ничего, у него тут ржавеет, это все, скажем, застывает, и мозг перестает работать толком. Потому что если что-то не востребовано, какая-то структура, она постепенно начинает угасать. Поэтому что-то новое, всегда хочется что-то новое знать. Вот главное, чтобы хватало на это время. У меня вообще времени не хватает. За что не возьмись, ну нет у меня времени, потому что я очень ценю каждую минуту, каждый час, очень дорого. В духе то же самое, движение. Есть примеры в природе. Вода, которая быстро течет, никогда не гниет. А как только она останавливается где-то на равнине, вот, и все. Появляются камыши, появляется плесень какая-то, ведь такие вот на земле. И смотришь, вот запах появляется через какое-то время. Так же и люди. Как только они перестают двигаться, она начинает болеть. Ну, по законам, я думаю, хватит, если кому поподробнее, в этой книге все есть. Читайте, потому что в лекции все не вместишь, там, материалов на сотни часов. Вот теперь немножко ближе к телу. Нарисуем человека. Так, насколько я могу. Есть большой мозг, два полушария, чисто условно рисунок. Миндалины, гиппокамп, базальные ганглии, есть таламус, гипоталамус, есть доли гипофиза, есть продолговатый мозг, воролиев мозг, мозжечок, ну и позвоночник. Вот это все головастик, вот это называется центральная нервная система. Прежде всего, даже не центральная нервная система воспринимает вибрации, а наша кровеносная система, потому что кровь – это жидкость. Если кто читал исследования или смотрел передачи про жидкость, что жидкость воспринимает информацию. Если рядом с сосудом, с водой говорить всякие гадости, ругательства и грубости, вода это записывает, и при кристаллизации там
нехороших каких-то даже кристаллов. А вот когда о любви говорят, даже человек может постоять, от которого это идет, и вода меняет структуру. Она придает очень красивые, если эти кристаллические решетки при замерзании и так далее, и так далее. Это говорит о чем? Кровь наша, жидкость, она в первую очередь воспринимает вот всякое это хамство, недовольство. Мы купаемся в ванне какого-то безобразия сейчас. И противостоять этому безобразию, которое идет от большого количества людей, может стать очень сильным человеком, не пропускать в себя. А не пропускать себя, как я уже говорил, по закону подобия, мы не можем, если в нас есть плохое. Обязательно пробивает нас, потому что наши бесы внутри тянут внешних бесов. И они с нами борются день и ночь. Поэтому очень важно быстрее избавиться от этого. Первое, кровь воспринимает, потом центральная нервная система, вибрации. Врачи говорят, берегите нервы. Нервные клетки не восстанавливаются. Правильно, беречь клетки нужно, но клетки восстанавливаются. Немножко экскурс в физику. Представьте, что идет поток света. Ведь от Бога идет жизнь, материя сама по себе мертва. Где-то рождена в духовном мире наша душа, вернее дух, обрастая оболочками, она в конце концов приходит в земную оболочку. Но при удалении от источника падает скорость, уменьшается, скажем так, качество вибраций, то есть более холодные миры. Так всегда. Чем дальше от Солнца, тем холоднее. Чем дальше от Бога, тем тоже более вязкие миры. И в конце концов, как материя, это застывшее все. Представьте, что, допустим, волны идут вот такие. Близко уже от Земли. Но как формируются электроны, протоны, нейтроны, а до них еще всякие там, нейтрино и элементарные частицы, из которых слагаются эти, то есть нейтрон и позитрон, вернее нейтрон, электрон и протон, они состоят тоже из элементарных частиц, а те из своих элементарных частиц. Можно так сказать, что это реально, конечно, может быть по-другому выглядит, но я говорю о принципе. Допустим, три волны сочетаясь вот в такой конструкции, потому что изобразить графически то, что происходит, невозможно. Но для того, чтобы наглядно прояснить, что происходит, вот такие вот, скажем, пять волн родили, может быть, протон. А вот так вот, сочетаясь волны, в X-образном дают, может быть, нейтрон. И так далее. Разное сочетание волновых вибраций создают элементарные частицы. Проще, можно сказать так. Здесь туман, потом роса, а потом вода, капли, а потом вода. То есть или борщ кипит, борщ остывает, до того остывает, что превращается как в корку жира застывшего. Вот везде один и тот же принцип. Теряя температуру и давление, мы получаем, конечно, в итоге материю. Но материя вот от без жизни, она мертва. Там немножко более сложные моменты, но все это смысла нет сейчас говорить об этом. Вот так мы состоим из этих частиц, которые сотворены волной. Поэтому, кто помнит физику, скажем, электрон имеет и волновую, и корпускулярную, скажем, составляющую. И так, и так. Вот, говоря об этом, мы все состоим из набора неких шариков элементарных, которые вибрируют при подача отсюда энергии и жизни. Как только отключить это все, все застывает и умирает. То есть мы существа зависимые. Поэтому живем очень долго на Земле, и терпение Богу велико, но не бесконечно. Каким образом проявляются вот в нашей материи болезни? Почему? Индусы когда-то разобрались, что суть неких потусторонних энергетических центров, назвали они это чакрами, по-моему, колесо переводится. Вот. Это седьмая, шестая район горла, пятая район груди, четвертая район солнечного сплетения, третья поясница, вторая и крестцовое сплетение, первая. То есть каждому сплетению, или плексус называется в медицине, идет потустороннее обеспечение энергетическое, разноцветное. Если взять и объяснить, что такое чакра по той картинке, то есть
можно их даже так расположить. Вот белый свет, который идет, который есть жизнь, на каких-то уровнях уже, на астральном, по-моему, начинает рассекаться на спектр, на астральном уровне, то есть на чувственном уровне. То есть на белый свет, вы сами знаете, в составе имеет разные цвета. Рассекаясь на спектр, это и есть чакра. Вот что-то такое, это не какие-то чудеса или какие-то выдумки. Я не стал называть это по-другому. Почему? Но есть такое название, мы его можем использовать. Если у кого-то, кому-то хочется по-другому, пожалуйста, называйте. Но они существуют, то есть они обеспечивают энергетически, скажем, так же, как геном обеспечивает ген, вот эта связь есть. И так бегло нарушение законов Божьих, и человек не меняется к лучшему, идет удар по первой чакре, то есть иммунитет падает, начинает болеть позвоночник. И это место, вы сами знаете, отвечает за опорно-двигательный аппарат, за все органы, которые находятся здесь. Почему люди даже с молоду начинают болеть? Потому что быстро идет накопление ошибок. Сюда-сюда. Неверное отношение между мужчиной и женщиной, между друзьями, подругами, между родителями, детьми, родителями и дедами, и бабушками. Все в сумме. Удар идет сюда. Зависть к красоте другой женщины, другого мужчины идет сюда. Третье – это страхи, солнечное сплетение, страх, материализм, то есть неверие, безверие, бьет сюда. Зависть материальная бьет сюда. Скажем, страх завтра ничего кушать будет, или что с нашей страной будет. Все сюда бьет, бьет и бьет, и бьет, и бьет. Сюда бьет. Жестокосердие, отсутствие мужественности или женственности. Вот, и, ну, есть и другие некие, просто время маловато. Здесь гордыня, тщеславие, и обидчивость, и уныние. Здесь горе, так называемое. Знаете, когда очень сильно какой-то удар, сразу спазм здесь. А когда сильный удар страха, спазм вот здесь. Наверное, кое-кто это испытал. А вот сюда бьют, это мыслительный аппарат, сюда бьют измы, я уже говорил. Национализм, фанатизм, там еще что-то, короче, много всяких. Что такое изм? И определенные идеи, которые формируют наше поведение, формируют нашу точку зрения. Поэтому материализм формирует, что Бога нет. Что происходит? Вот человек, находящийся здесь, улюлюкает, говорит, ну нет никакого Бога, где он, покажите, вы его никогда не видели. Тем самым он строит форму, нету Бога. И тем самым он сам по свободе выбора отгораживается от него. И можно такой предположить диалог. Бог говорит, ну тебе, материалист, хорошо в этом мире живется? Нет. Ну так меняй систему взглядов. Мешают измы. Потому что вколачивают с детства. Вколачивают и вколачивают. Всевозможные идеологические организации, они очень серьезно к этому относятся. Поэтому когда-то я, пытаясь выступать на телевидении или на радио, мне всегда требовали тезисы. Если на первом уровне журналисты или телеведущие принимали, да, это очень здорово и интересно. Потом говорили, а руководство запретило. Потому что везде сидят ставленники, которым очень не нужно вот эта истина на земле. Потому что истина их быстренько поставит на место. Сначала теоретически, а потом практически. Потому что если народ поймет, что в этом есть благо, и перестанет быть материалистами, а те, которые искали Бога реально и не материалисты, они найдут вход не такой кривой, который тут ничего не дает, а найдут правильный вход, выполняя заповеди, получишь все через какое-то время. Тогда все вот эти ложные лжеидеи, они падут, но их кто-то же обслуживает. Ведь у сатаны есть свой отряд на земле. Вот он, конечно, не вечен, он тоже падет, причем падет абсолютно точно, 100%. Но пока он нас мучает. Пока время не пришло. Вернемся к болезни. Набор каких-то ошибок. Допустим, человек унывает и обидчив. У него тут может и щитовидка расстроиться, и пара щитовидных же уже могут разбалансировать. Тем самым что произойдет? Водно-солевой баланс нарушается, человек либо отлагается соли, обычно это в районе шеи, колени, там поясница бывает, поясница не так, а вот колени, ноги и
шея чаще всего такая холка становится, прям ну, не продающая, когда немножко целительством занимался. Я думаю, вот это да. Вот. Здесь же избавление когда от этих эмоций приводит к восстановлению этого этажа. Я тоже это почувствовал, что у меня стало нормально все. Уход от страхов, уход от каких-то материальных зависимостей привело к это идеально становится работа. Здесь наладил отношения, ни ревности нет, ни зависти никому нет. Значит, здесь все успокоилось. Разогнал свою лень, здесь стало все идеально, работает позвоночник, подвижность хорошая, все. Не зависит это от возраста, кстати. Потому что довольно долго можем жить, быть подвижными, веселыми, заряженными, как батарейки хорошие. Потому что батарейка вот отсюда идет, заряд. Здесь... Избавляясь от неправильных форм, голову, помните, как я говорил, подчинить голову надо душе, а не тем бесам, которые через голову нами правят. Я напоминаю, Павел когда-то это тоже понял, апостол Павел сказал, доброго, которое хочу, не делаю, а злого, которое не хочу, делаю почему-то, потому что вот через голову тебе лезет и навязывается модель поведения. Если ты не можешь противостоять, если у тебя душа слабая и облеплена вот этими бесами, конечно, очень сложно. Вот. Мало кто искал сатану под покровом рассудка, а он через рассудок нами правит. Для того, чтобы разобраться в этом, когда-то вот этот опыт я приобретаю, естественно, ходил, молился в монастыри, там, просил поддержки и помощи, откуда возьмешь знания? Ну откуда? Только оттуда. Потому что, ходя по горизонтали, по земле, я нигде их не находил, все мне... Говори, что ты изобретаешь велосипед? Хочешь, иди в эту религию, хочешь, иди вот в эту, вот эзотерика, вот тебе сотни, тысячи входов, иди. А я думаю, нет. У меня логика хорошая, я думаю, вот им живется плохо, и им плохо, и всем живется почему-то плохо. Почему должен к ним идти? Даже когда с мамой беседовал, она меня ругала, что я был хороший инженер и непонятно кем стал. А у меня еще только начало было такое, знаете, дикое, неоформленное. Конечно, было немножко шутковато, и для нее тоже, и для меня. Но когда все сформировалось, она говорит, у меня уже болезни исчезают, все. И мама мне говорит, ты что вот это вот, ты давай, вот ты же за границей работал, я опять зарабатываю валюту, все будет хорошо. Я говорю, мам, ты меня зовешь в ту жизнь, от которой я сбежал. Я ушел из той жизни, причем навсегда. Вот ты мне советуешь вернуться и учишь жить, как ты живешь. Ну, смотри на свое поколение, смотри на свою жизнь. Счастлива ты была? Она говорит, мне трудно, но больная вся, там это. Она честный человек, очень порядочный. У нее свои труды есть научные и так далее, книги. Я говорю, и при всем этом интеллекте твоем ты жизнь-то проиграл. А ты посмотри, говорю, у меня... Я ухожу от болезни, мне становится лучше, судьба исправляется, у меня нет никакого страха перед будущим, ты живешь все нормально, я тебе помогаю по здоровью. И в конце концов это прорвало, она сказала. Так изменился взгляд, она говорит, ты знаешь, наверное, ты прав. Наконец-то. Вот этот бастион сломлен был. И она взяла, стала читать Абдуршина, которую она просто ненавидела. Я говорю, возьми, почитай, я тебе что-то расскажу. Опыт какой-то там. И когда вот это стало с ней, это она, и глаза у нее посветлели, какая-то радостная улыбка появилась. Я говорю, ну вот видишь, жить-то можно, только немножко изменить позицию. У нас еще есть и органы, там легкие. Вот почему идет иногда угнетение по легким, значит, вот эта чакра как минимум страдает. А как правило, еще и это, то есть без веры, нет веры. Здесь что? А в голове сидят некие, темненькие, и мешают верить. Поэтому даже те люди, которые уже в теме, они этим занимаются, постоянно идет перекрытие через голову. Как только человек проворонил, и сюда вошли бесы, и формируют ему мышление от его имени, он ему верит. Вот. И тут же закрывается третье здесь. Тут же начинается здесь перекрывать первую, потому что что такое? Тебя перекрыли, ты лишил себя веры, закрыто, как полынья замерзла. Бог тебе помочь не может по свободе выбора, потому что ты от него безверием отказался. И тут же начинаются проблемы. Здесь
Здесь голова болит, здесь страдания, и здесь иммунитет начинает падать, человек начинает опять болеть. То к нему аллергия прицепится, то еще что-нибудь, то это, то это. И очень важно поэтому держать створ открытым к Богу. Вера. И Иисус придавал первостепенное значение. Вера, вера. А человек не совсем понимает. Верить нужно не головой, то есть это не мышление вера. И даже не чувствование вот это астральное, это чувство. Это тоже еще не вера. В основном те люди, которые считаются верующими, в основном, не все, конечно, есть люди, которые действительно, какая-то вера у них есть, редкие. Но в основном вера упирается в чувственность. Человек плачет у иконы. Он там это. Но если он не чувствует вот этого призыва, не ищет вот этого входа, то есть ищущий, как в Библии называют, значит, у него никакой веры пока настоящей нет. Есть мышление, есть чувствование. Судороги по поводу веры. Настоящей веры-то нет. У нас три ипостаси. Иисус их назвал. Возлюби Бога своего всем сердцем, разумением и душою твоей. Три ипостаси. Вот душой надо верить. А душа заставит принять логику, в том числе и мозгам нашим, как у меня это произошло. Через опыт. Опыт упрямая вещь. Если я прожил в опыте хотя бы даже полгода, и у меня жизнь начала серьезно меняться, а потом я думаю, ну, рано это трубить. Давай продолжаем дальше проверять. Еще прошел год. И вот тогда я смог себе сказать, я не верю, что Бог есть, я знаю, что Он есть, я имею право это сказать. Опыт мне это подтвердил. И люди, которые говорят, докажите, что Бог есть. Я говорю, вы поживите вот так, и сами себе это докажете. Внешними какими-то факторами доказать невозможно, пока человек не окунется в эту реку и не поплывет по ней какое-то время. И тогда все фразы Христа оживают, они становятся настолько яркой действительностью, я их стал понимать. Почему благословляете врагов своих? Он говорил, да потому что эти враги нас загоняют к Богу, они давят нас так, что либо ты пойдешь к свету, либо ты будешь уничтожен, как единица света. Я не говорю, что в оболочке все. То есть сама душа, она бессмертна. Она уходит, но она теряет право на сознательное бытие. Набор болезней как раз вот состоит из наших ошибок. Запираются ноги из-за того, что мы имеем меридианы. То есть мы вот так вот имеем такой, как потоки света. Они такие встречные, то есть это идет туда и сюда, наверное, существо такое, человек, идут потоки встречные. Понять это мозгу немножко сложновато, потому что как бы встречные должны остановить друг друга, но это как бы не останавливается, взаимное такое, и туда и сюда поток света идет. У сущностных только вот так, а вот у нас вот так, излучение. И эти меридианы должны работать идеально, то есть ноги открыты, голова, уши, вот так, все это должно быть открыто, руки открыты. Как только нарушение какое-то идет, у нас где-то что-то запирается. Здесь заперлось, ноги начинают закрываться, здесь закрываться, начинаются головные боли, удар сюда, и все, человек начинает паниковать, пошел к врачу. Ну, сами понимаете, таблеткой закрыться от греха невозможно. Таблетка адаптирует человеческий организм к меньшей боли, убирает боль. Как-то органы какие-то как-то перестраиваются, начинают привыкать, но тогда нужно через какое-то время более сильные лекарства. Потом организм начинает перестраиваться, привыкать к этой химии, к более сильной, потом еще сильнее, потом еще сильнее, потом все, конец. Как в анекдоте, да, помните, врач оперирует там кого-то, там скальпель, тампон, зажим, еще зажим, скальпель. Лопата. Бесполезно. Ну, такой черный юмор. Наше тело правится нашим сознанием. Поэтому можно сказать, если сознание человека привязано к душе, извините, наше дневное, мозг, он найдет вход, если он этого хочет. Но если вот не хочет этого, он его не найдет. Свобода выбора. Видите как? В свободе выбора заложено и великое доверие Творца к людям, но в том же выборе и наше проклятие, потому что Бог нам помочь не может, если мы в Него не верим и к Нему не идем. Смотрите, как интересно. Свобода выбора – это абсолютно четкий закон. Если я не делаю первых шагов к Богу, реальных шагов, не намерения, а дела, то
Только в таком случае навстречу нам идет крестная сила. Но если этого не делаю, Бог к нам даже пойти не может, потому что сам его же закон, его же ограничивает. И все. Понимая эти законы, очень четко начинаешь выставлять свои вехи в этом путешествии. И тогда ты не ошибаешься. Поэтому очень важно понять эти законы, как они действуют. Тогда ошибаться постепенно перестанете. И каждый раз, когда я стою перед трудным выбором каким-то, я всегда эту сумму законов вспоминаю и пропускаю как бы через эту призму законов и выбираю, что мне делать. Иногда совершенно не по человеческой логике поступаю, но потому что так надо. Так надо по закону. А закон – это приоритет над всем остальным. И сейчас это мне внешне дает проигрыш, но провидение совершенно четко знает по всем временам нас. Я знаю, что в судьбе потом это выстрелит не сейчас, а может через 2 года. Но выстрелит очень положительным чем-то таким, что мне очень важно. Не только для личной судьбы, а для той работы, которую я делаю. Я к ней привязан, это моя радость, это моя жизнь. Вот, и как мне вот часто сказали, что когда работаешь в радость, работа прекращает быть работой, то есть нагрузкой. Это здорово, это моя жизнь. Вот. Что еще можно сказать? Здесь, наверное, понятно, есть какие-то вопросы, то потом зададите. Все, еще раз говорю, все болезни – это тьма, которая настолько накопилась, что создала патологию тела уже, клетки болели. Если взять отдельную клетку, рассмотрим, каким образом, собственно, разрушается клетка. Цитологию вы тоже немножко знаете по образованию. То есть цитоплазма, митохондрии, аппарат Годжи и так далее, мембрана, клеточная мембрана, ядерная, внутри там ДНК, РНК, там и не буду уже объяснять, что происходит. Клетка содержится, вернее, клетка состоит из молекул, молекулы состоят из атомов, атомы состоят из набора элементарных частиц. Вот, скажем, это нейтроны и протоны, соответственно, будет какая-то часть электронов. Вот это нормальный атом. В балансе он, если он гармоничен, то есть абсолютно правильно, идеально действующий один кирпичик элементарных вещества наши. В чем его гармония? В том, что абсолютно подчиняется закону. И он не будет искажаться в своих функциях. Но скорость волны материальной 330 км в секунду, около того. Называется это C, скорость электромагнитных колебаний. Это материальный, и материя больше этой волны не имеет, действительно, материи больше других волн не существует, самая быстрая волна материальная. Но, я уже говорил, что эмоции, в отличие от материи, от нашей материи, а вот наши чувства, они ближе к Богу, они быстрее, примерно в 400 раз быстрее, чем скорость света. Соответственно, эмоции, страх, обида, ревность, раздражение, уныние там и прочее, тщеславие, они сильнее, чем та сила, которая материю содержит в покое. Поэтому, когда страх бьет, мгновенно начинает сминаться эти структуры. Удар ревности сминается, удар зависти сминается и так далее. Поэтому эмоции, конечно, если их укротить, отрицательные эмоции, мы возвращаем себе поток света, поток гармонии и постепенно выздоравливаем. Это я не сразу, я сначала выздоровел, а потом стал разбираться, почему я выздоравливаю. Вот, оказывается, почему. Поэтому мне приходилось ходить на лекции, в том числе и по торсионной физике там, и прочее. И я в конечном итоге за много лет накопил эту информацию, чтобы ее рассказывать на нормальном человеческом языке. Не просто гудеть дьяконским басом, там Бог, вот вы грешники. Мы и так знаем, что мы грешники, верующие знают, что есть Бог. Но здесь нужно объяснить просто, по-крестьянски, что делать, как первые шаги делать, что происходит здесь, что происходит с телом, что происходит с мозгами, как это все взаимодействует. Это очень важно. Вот поэтому притягиваются вот эти эмоции тогда, когда мы их сами совершаем. Поэтому сами понимаете, что остановить эмоции можно, но для каждой эмоции есть свой ключ. Знание закона
воздаяние, мы понимаем, почему обида, уныние, раздражение греховны. Зная закон выбора, мы понимаем, почему гревность греховна. Потому что мы своего партнера, там, того, кого любим, должны отпустить. Любовь рождается только в свободе. Никогда ее не принудишь. Это птица, которая не живет в клетке. Все. А чтобы остановить, скажем, если там женщина, мужчина от вас уходит, партнер, остановить можно только чем? Способностью самому любить, а не требовать чего-то, не устраивать какие-то дрязги, неразборки и так далее. Как только человек начинает это делать, любовь мгновенно умирает. Это происходит в семьях, это происходит в парах, даже живут в гражданском браке или просто встречаются. Почему на Руси когда-то было 3 года? Обрученные ходили 3 года. Почему за эти 3 года вдруг выяснялось, что один человек жить в паре не умеет. Он постоянно достает, и в конце концов расстаются. Зачем? Дети в такой паре, когда дети тоже будут несчастны. Потому что если пара слагается не по любви, тогда и дети понесут в себе по закону подобия то, что несут папа с мамой, коряги свои, тогда они получат это. Потому что притягивается такая душа, примерно как папа и мама. Папа обидчив, мама там жадная, и, грубо говоря. Тогда придет душа с таким набором эмоций из прошлого и начнет их тоже искупать. Поэтому очень важно родителям исправляться, и тогда они из банка более светлых душ притянут на воплощение. Вот что происходит. Поэтому родители действительно виноваты за последствия, то есть за тех детей, которые их воплотили. Но тут же уместно заявить, что родители-то не есть родители в истинном слове, в смысле этого слова. Родители-воплотители. А Бог сотворил душу. Вот отче наш. И дух этот вечен. И этот дух кочует. И не раз на земле жил. Поэтому из прошлого он тянет нагрузку кармическую, как говорят. Поэтому душа ребенка, приходя на землю, воплощаясь в тело, часто начинает нести сразу. И болеет иногда, у нее и аллергия, и еще что-то, и смотришь бронхиты, и там и коклюши, и чего только нет. И тут опять же медицина со шприцами, и там рентгенами, и УЗИ. Давай. И вон есть целые научные разработки, которые говорят, УЗИ уничтожает ДНК. Уничтожает не то, что растворяет, а просто срезает все там позитивную, то есть жизненную энергию отбирает. Что-то начинают, да, сами врачи даже многие говорят об этом, что мы своих детей стараемся не делать ни УЗИ, ни прививок, ничего. Это что человек должен самостоятельно свой иммунитет выращивать. Ни химией, ни уколами какими-то. Тогда было время, может, когда были эпидемии, пандемии, там, может быть, это было правильно, чтобы остановить вал этих болезней. Но в нормальной обстановке фактически мы совершаем преступление над своим будущим. То, что это делают. Это чисто избирательно. Кому-то это надо, в небольших случаях, а кому-то совершенно не надо. А все под одну гребенку. Под одну. Надо всем, надо в роддоме, надо вот так, надо вот так. Ультразвук глушит, дельфины и киты глушат дичь ультразвуком. Ничего хорошего при этом клетка не получает. Исследования Горяева говорят, что у них есть сверхчувствительные приборы, которые говорят, что при исследовании ДНК, которой не было под облучением, идет очень красивая как бы мелодия. Вот. После того, как ДНК получила облучение ультразвуком, идет такой унылый звук, однотонный. Помните, из целлограммы, когда человек умирает, вот его жизнь, вдруг и пошла мертвая линия, умер человек. То есть еще до рождения ребенка талантливые родители на УЗИ, им хочется знать, какой пол, там и там нет того-то или того-то. И в конечном итоге ДНК, естественный ход этих событий, нарушается. Когда Горяев говорит, мы это исследование стали предлагать, мы звонили, угрожали и так далее. Потому что это сразу удар по промышленности, которая это производит, все оборудование. Очень много есть врачей, которые без УЗИ и без каких-то приборов, ничего сказать не могут. Исчезли те чеховские врачи, которые, приходя с трубочкой, тем самым, посмотрев в глаза, посмотрели сюда, туда, и тогда сказали, вот вам диагноз.
Таких врачей почти нет. И беда это чья? Это беда медицины, а в конечном итоге всего человечества. То есть врачам это все не надо, вот это вот все знание, потому что это, если жить правильно, нам медицина не нужна, только в исключительных случаях каких-то. Если нет преступлений, когда прокурор, человеческая совесть здесь, и человечество начнет жить без греха, то есть без преступлений, прекратятся убийства, грабеж, войны, и тогда ни армия не нужна, ни полиция не нужна, куда ни сунься, и аптеки не нужны. Мгновенно начнет все падать, и тогда люди скажут, а что мы делать будем? Мы аптекари, или там мы врачи, или полиция, или что, у нас без работы останемся. Вы понимаете, я подвожу к чему? Что мир настолько с ног на голову перевернут, что никому не выгодно вот это. Поэтому фактически все враги. На это обратил особое внимание Иисус и сказал ученикам своим, мир возненавидит вас за имя мое. Но прежде он возненавидел меня за то, что я обличаю, что дела его злы. Вот, это все продолжается, причем в какой-то прогрессии, потому что 2000 лет назад не столь силен рассудок был. А сейчас, он так скажем, монстр этот вырвался на волю и полностью правит нами. Остановить, скажем, в общественном порядке или в общественном ключе это невозможно. Следовательно, надо найти людей не слабых, у которых еще живая душа. Предложите это, и опять же, по свободе выбора, хотите – идите, хотите – не идите. И в интонации даже не должно быть призыва, мне его нет. Вы должны решить. Ваша жизнь в ваших руках. Возьмите и делайте. Нужна поддержка, я могу поддержать, но могу поддержать только идущего, только верующего. Почему? Если человек верит в Бога, он открыт, значит, оттуда можно попросить помощи и помочь человеку. Но если он закрыт, у него нет веры, как ему помочь? Замок-то изнутри закрыт. И Бог помочь такому человеку не может, если у него нет веры. Это принцип тоже. Вот поэтому материалистам оказать сложную помощь. И тогда, когда человек говорит, я вот так и так и так, что же делать? Я говорю, вы знаете, либо вы побеждаете своих бесов, я говорю, без физики, просто. Бесов своих побеждаете. Ученые называют бесов, знаете, как солитоном. То есть какие-то сгустки энергии негативные, которые мучают там человека, у него там это. И они в патогенных зонах, если это все. И ну какая разница, как это называть? Давайте назовем бес по кличке Солитон. Пусть будет там. Младший бес, старший бес. Он этого. У Льюиса есть гнусик, которому писал письма старший бес. Это интересная такая вещь. Тем не менее, я говорю. С бесами надо бороться. И если мы не будем бороться, мы пойдем, как говорится, жертвой собственной глупости и ленивой духовной, скажем, части своего я. Все в ваших руках. Давайте, наверное, к вопросам перейдем. Есть вопросы, я отвечу. Игорь Николаевич, вот вы сказали, что горе разрушает горловую чакру. А горе это не равносильно страданию? Потому что страдания не есть. Равносильно. И не обязательно горе разрушительное, а как правило, эмоция состоит из двух частей всегда. Скажем, ревность. Есть законная часть ревности, страдания, а есть незаконная часть. Возмущение, обида и мстительность. Видите как? Возьмите, скажем, страх. Есть страх, а есть инстинкт самосохранения. Я не пойду на красный свет через улицу. Даже на зеленый я смотрю, потому что, скажем, в Москве. Очень много ездит на красный свет. Причем задавит тебя, какую-то сумму отсчитает и отвечать даже за это не будет. Вот что происходит. Отсюда инстинкт самосохранения, это не есть страх. Страх это когда вот я пошел к Богу, и я начинаю разбираться, а вдруг меня начнут преследовать, а вдруг мне вот это, и вот начинается эта накачка. Я говорю, я ничего не боюсь, ну будут преследовать, будут, что же делать. Вот. Ну, по крайней мере, я не нарушаю конституции страны. Не нарушая моральных человеческих принципов. Я просто призываю человека стать нормальным человеком и рассказываю, как это делается. Если при этом появляются враги, это их проблема. Пусть и не воюют, да, но они фактически начинают воевать против того, что говорил когда-то Иисус Христос. Я ведь ему вторю, я его цитаты привожу, объясняю, что они значат. Что это не просто слова красивые, от которых хорошо на душе становится,
это призыв, это учительская сторона христианства, о которой все, скажем так, забыли они. Ведь самая важная часть прихода Христа, что он оставил в наследие, это его фразы, которые объясняют, что надо в жизни делать. Увлекается его земной жизнью, была ли у него женщина или нет, какие-то там эти вот фильмы несколько на эту тему. Ну и что? Допустим, он как-то жил, но ведь главное, что вот оно, это и есть алмазы в этом мешке, которые нам когда-то дали. В этом мешке их надо разобрать и ненужное отбросить. Вот уже земная его жизнь, может, она сама по себе интересна, но главное, зачем он пришел? Он пришел дать людям вот этот вход, перестаньте грешить. Делайте это вот так, вы получите при этом вот это, при этом вот это. Прощайте, прощены будете. Это принцип прощения грехов, да. Все переиначили, стали прощать люди почему-то. Никогда человек один другого не простит. Как можно вот от имени Господа Бога кому-то простить грехи? Ведь за каждое страдание нужно ответить. Ничего не бывает даром все. Если бы было так просто смахнуть все грехи, тогда что? Тогда закон сам отменяется по воле людей. Приходите к нам. Получается, что есть некие люди, которые ставят себя выше закона Божьего. Вот и самое главное, что при этом ничего не происходит. Если, скажем, после прощения церковного грехов человек менялся к лучшему, и он становился бы здоровее и счастливее, вот, тогда можно бы сказать, да, это правда, лучше так, так проще. Но именно вот эта простота, такая видимая, она потакает человека оставаться в ленивой стороне жизни, лентяем быть. А я как раз говорю, лень – это то, что мы пришли на землю, разогнать ее. Это наша цель. Из слабых и не знающих душ мы должны стать знающими и сильными. Царство Небесное силой берется, это тоже цитата, силой своего духа. Блаженны просящие духом, ибо их есть Царство Небесное, не нищие духом, это неправильный перевод этого слова. Почему? Потому что с Богом разговаривать душой надо, а не мозгами. Мозги – это, можно сказать, радиостанция, микросхема, которая работает только в материи. Из-за того, что волна 300 тысяч км в секунду. А душа наша, там, может, миллионы этих скорость волн. Мы не знаем, мы их не мерили. Но только они связываются с Богом. Только душа наша сопричастна к верхним этажам, вибрациями своими. Но это, что на эту душу выйти, и чтобы она завибрировала на связи с Богом, надо разогнать свою тучу, надо как минимум поверить в Бога. Только тогда эта линия начинает постепенно выстраиваться, возвращаться. У нас мужичок, который ведает распечаткой образов, мужичок, мы сны видим через мужичок, что он будет принимать? Ту вакханалию, которую мы за день получили, мы спать толком не можем, на всякая чушь лезет, и страхи, и все. Вот. А мы должны от души принимать, и не во сне, а наяву. Это возвращение откровения, которое когда-то было у людей. Было. Очень-очень давно, в забытые времена, многие миллионы лет назад. Из-за грехопадения, из-за того, что мы больше стали подчиняться мозгу, чем душе, мы сами, по закону выбора, сами так выбрали. Это и есть грехопадение. Мы ушли и стали рассудочниками, но не духовными людьми. И тем самым нарушили ход эволюции собственной, за что и страдаем. И в этом абсолютно справедливом мире, в этом мире несправедливости не существует. Ибо Бог совершенство, и мир совершенный. Мы живем в нем несовершенно. И всегда ищем виноватых вокруг себя. А мы должны это прекратить и все силы нашей души тратить на что? На исправление себя, на вытаскивание собственного бревна из глаза. И не надо ни на кого сердиться, злиться на окружающих. Опять же, не судите, да не судимы будете. Все эти фразы, они оживают, потому что это тот контекст, который дал нам Бог через Христа. Вот, вернее, даже в лице Христа. То, что Иисус говорит, я Отец едина суть. Можем пожелать вам удачи. И давайте следующий вопрос. Боль в спине, суставы, опорно-двигательный аппарат – это душевная лень. Однозначно. Скажите, пожалуйста, это происходит всегда, когда у человека падает вера, когда не дорабатывает, то есть действительно духовная лень? Или бывают моменты, когда человек во время помощи кому-то открывается или происходит, бывает нападение? Ну, конечно, есть... это не обязательно, чтобы лично вы обленились. Есть несколько моментов. Во-первых, нападают на нас всегда.
Если вы пропустили удар, скажем, вот как внешний удар ударили, у вас уже может синяк быть, ссадина и так далее. Так же и здесь, вам плохо от чего-то. Да, может быть, от того, что вы открылись человеку, которому открываться было не надо. И вас загрузили. Да, бывает. Бывает то, что вы должны искупить что-то. И никуда от этого не денешься. Я тоже через это проходил, когда иногда ногу так схватит, начинает хромать. Вот. И пытаюсь что-то сделать, там такое, как отеческое, потерпи немножко, потерпи несколько дней. Терплю, то само по себе проходит. Вот. Я единственное, что я говорю, для того, чтобы эксперимент был чистым, я с 94 года, с апреля месяца, к врачам не хожу вообще. То есть ни химии никакой, ни таблеток, ничего. Потому что если бы я что-то ел и пил такое, или принимал какие-то снадобия, я не мог тогда с уверенностью сказать, что это от того, что я живу немножко по-другому. Эксперимент должен быть чистый. Вот. Поэтому я как бы отказался от помощи намеренно и принципиально. Вот. Бывали состояния, не раз, когда близко к смерти было такое ощущение, как за 40 температура, жуткие состояния, очень тяжело сознание, плывет уже, голова кружится. Вот, и до слез доводил своих близких, я говорю, ну, я должен это выдержать. Потому что иначе я вот так вот не смогу сказать. Я лгать начал тогда, что вот я-то нет, я не от таблеток выздоравливаю, я-то выздоравливаю вот это. Чисто нет химии во мне вообще. Для меня таблетка сейчас, наверное, будет ядом, если я выпью это картану, что будет. Потому что организм совершенно перерождается. А вот, еще может быть такой вариант, когда вам плохо. Вы немножечко заленились, и через это плохо вас начинают опять подталкивать. Возвращайтесь на ту скорость и на ту правду, в которой вы недавно были. Будьте добры. Так, как вот дружеская этот, мамина или папина ладонь дала. Не шали. Вот так. Можно еще? По ходу своей работы мне приходится сталкиваться с очень частой онкологией у женщин. Рак груди и рак, в общем-то, женских половых органов. Множественный рак. Скажите, это потому что вот действительно сейчас женщину, как пишут, обдрушен, женщины проиграли, в общем-то, на этой земле. И опять же, нельзя сводить только к этой причине. Да, вот у меня. Значит, это может быть, да, от личной недоработки, то есть личное или личное безверие. Но может из-за того, что вы, скажем так, открываетесь мужчине, который не имеет вашего духовного статуса, вашего духовного уровня, и он может вас притопить. И от этого возникает вот это. У меня есть этот опыт, когда женщины ко мне обращаются. Вот, и тогда поможешь им. Каждый раз, когда у нас какая-то встреча с мужчиной и так далее, у меня опять вот какая-то разбитость, раздерганность, опять начинаются проблемы, боли там в гинекологии. Я опять помогу, потом говорю, понимаете, это от этого. Ну что же делать, я же не могу остаться одна. Мне вот, я говорю, вы уж сами выбираете, быть с мужчиной и болеть, либо не болеть, но найти того мужчину, от которого он плохо не будет. Ну где же это возьмет? Я говорю, я вам мужчину найти не могу. Я не политик популярный, который обещает всем женщинам по мужчине. Я не могу. Я могу только объяснить, что происходит. Но решать за вас, ваши изменения жизни, я даже права не имею. Потому что выбор за вами. Если я начну за вас выбирать, я присоединяюсь по закону выбора к ответственности того, что если вы будете делать так, потом сказать, что все меня пожелало, у меня вот так и так. Я же не могу гарантировать, будете ли вы это делать или не будете. Гарантия сидит у вас. Ну что, да. Поясните разницу между жестокосердием и строгостью и справедливостью вот этой закрытости. Жестокосердие, я считаю, что когда человек не чувствует боли другого, вот, и навязывает свою такую жесткую линию в паре или, допустим, везде, на любом уровне, это может быть руководитель такой, от которого тошно. Вот. То есть тут вариантов много. Вот, потому что человек должен быть человеком, у него должна быть некая сердечность. Нельзя ходить мимо страданий других. Скажем, в начале, когда мне это пошло все, я тоже ведь в молитве попросил, дайте мне силы для людей. Я хочу помочь. И вот так вот хотел. Мне говорили, ну ты сначала сам исправься. Потому что если ты не научишься жить так, ты будешь очередным болтуном.
от религии. А если вот ты с этим справишься, тогда ты сможешь передать квалифицированно именно то конкретно, что надо делать, а не какие-то общие призывы. Платите все налоги, верьте в Бога, живите по заповедям, давайте дружить, берегите нервы. Эти призывы, но они не обеспечены совершенно. А как это сделать? Я вот как раз взял на себя нож утром. Я хочу, чтобы люди понимали, что все зависит от них. Что не такие уж мы бледные, ничтожные существа, которые можно бросать и управлять нами, как попало, ничего не понимая, начинаем кругом всего бояться, на все обижаться. Вокруг враги у нас, ничего подобного. Главный враг – это мы сами у себя, наша лень. Лень – мать всех пороков. Вот если мы с этим врагом расправимся, жизнь перед нами совершенно другая. Вот к чему я призываю. Я объясняю, как это конкретно делается. Как дополнение к вопросу, который задали, я недавно столкнулась в обрушенном отзывах послания, отзывах их послания, с такой фразой: «Милосердие от духа, а сочувствие – это фарисейство». И обрушен объясняет, почему он так считает. Что сочувствие часто идет из корысти. Это может быть корысти. А первое что? А первое – милосердие идет от духа, а сочувствие – это часто фарисейство, часто бывает не настроение. Я так понимаю, что видно, он видит в этом какую-то разницу. Ну да, я просто, может быть, терминологически, так скажем так, могу не объяснить непонятно. Но вот, может быть, так, если взять за основу. Я тоже с этим сталкивался, разбирался, потому что когда начинаю открываться человеку, помогать, я помню, а он не хочет, допустим, идти туда, соответственно, он является, скажем, проводником тьмы. И через него это бездонная вот эта яма, оттуда у меня такое идет. И мне становилось плохо. Это вот первое время, когда было еще было не столь сильненько, чтобы парировать это все. И тогда я думаю, ну, допустим, даже близкие люди. Ну, как им не помочь? Хочется помочь, начинаешь помогать, и через короткое время идет атака, агрессия от них. Как бы они вот начинают заваливаться, им плохо, плохо, плохо. Помоги, помоги, как из болота. Я даю руку, давай, а он у меня в болото, идем туда. Получается вот так, это грубо, я форму обрисовал. Я думаю тогда, что же делать? Я не могу бросить, это близкие, это мои друзья, там, родственники. И вот я разбирался, где мое право, где мое вот милосердие, где мое сочувствие. И выяснил, что для того, чтобы помочь человеку, надо в какой-то степени быть закрытым, как некие врачи грамотно делают. Потому что сочувствие – это полевое сопричастие. Я открываю физику своего «я», и в меня тогда идут болезни, вот эти все и так далее. Хочешь помочь человеку, как ты можешь помочь, если там начинаешь заваливаться и болеть. Следовательно, я говорю, здоровым и сильным, а для этого есть некая прикрытость. И в этом и есть, наверное, милосердие. Я готов помочь, но только не ценой собственного утопления. Потому что если, допустим, человек тонет, я ему предлагаю, давай подержу, а он меня топить начинает. Я не хочу тонуть. Вот. Но я готов поддержать, поэтому здесь надо эти вещи понимать. Вот. Я тоже как-то называл, тут есть сочувствие, есть желание помочь. Может быть, вот его назвать милосердием. То есть сердце мое готово к помощи какому-то человеку. Но вот если взять сочувствие, что это некая открытость, да, здесь надо прикрывать себя. Иначе сам. Потому что мне там пишут, что сочувствие потом достигает даже ненависть. Даже ненависть получается. Те, кому вы помогли, они могут и потом вас не любить. Я на это напоролся тоже неоднократно, когда люди помогают материально и так, а потом до ненависти доходят. Тебя начинают предавать, клеветать и так далее. И как только у меня попытка есть возмущения, я так его осаживаю, знаете, как говорю. Ну поэтому и суд идет. Это нормально. Если бы люди не были таковыми, тогда и суда бы не было, если их можно было исправить словами, советами. Только ты дело бесполезно. Вот эта гниль в человеке, настолько она его задавила, что душа вообще облеплена как титулом этой чернотой, и с ним уже ничего не сделает. Несмотря на многократную помощь и так далее, в ответ идет гадость и так далее. Потерпишь, знаешь, что? И иди своей дорогой. Никаких претензий не имею, но
и помогать мне чудом. Юрий Николаевич, вчера разговаривали о зависти. Сейчас, минутку, вот Алексей раньше руку поднял. Да, два вопроса. Во-первых, да. Вы сказали, ну, вот, по поводу близких, и говорите, потом, допустим, стрелы летят в меня. Они это делают осознанно или просто через них неосознанно это переходит на вас? То есть вот этот момент там не совсем. Ну, давайте так. Естественно, что, может, они этого и не хотят, как бы, душа, потому что душа у всех у нас одинакова, душа – это свет. Но настолько тьма их задавила, что они сдержать свое раздражение, ненависть не могут. От души объясняет, что это естественная ненависть всего темного ко всему светлому. Тьма всегда атакует без всяких причин. Вот и все. Особенно то есть, в принципе, вы все равно это, как сказать, конкретно чувствуете в данном случае раздражение или... Ну, скажем так, если человек не может сдержать своих отрицательных эмоций, что делать? Разбираться, сознательно или несознательно, если он не может, значит, фактически его сознание превращается вот в такое. Поэтому я имею право защищаться. Я не нападаю, но право защищаться имею. То есть, когда выставляешь экран, вот эта ненависть или что-то, зависть, ведь она же отражается и сидит обратно. А мне не хочется, чтобы близкие получали обратно, и мне идет, а закон ты не изменишь. Закон незыблем. Потому что даже если я форм не строю никаких, а просто терплю и молча перетерплю, все равно форма срабатывает, все равно отскакивает по закону, что сеешь, что и пожинаешь. Они тут же начинают это пожинать. И у них жизнь начинает разваливаться и начинают опять же меня обвинять, что я, оказывается, во всем виноват. Все, что нельзя меня вывести из себя, нельзя со мной поскандалить, нельзя вот тут. Как же так? Что ты за близко? Еще один вопрос. Так называемое биополе. Это и есть астральная оболочка? Думаю, что нет. Астральное это раздел наших чувств. Так же, как и ментальное, мозг. А что же тогда биополе и, там, не знаю, биоритм? Имеет ли это вообще место? И... Я думаю, что это в общем все. То, что касается прикасаемой материи. То есть все, что могут черные достать. Кто-то еще хотел? Давайте. Володя, вы? Мы вчера говорили о зависти. Как закрыться от такой, ну, то есть вот если тот, кому завидует, как он может защищаться, защититься, кроме как принять полностью? Ну, во-первых, стараться растворить эту зависть. То, что я тут делаю, в мою сторону тоже мог так улететь. Но я стараюсь растворить это. Вот. Были времена, когда там, какие-то формы меня пробивали. Но чем дальше я шел, тем реже меня доставали. Почему? Подобие. Внутри, когда уходит плохое, зацепиться не нужно. Допустим, во многих людях есть какие-то микроскопические части зависти, они вызывают вот этот приток. Поэтому надо очень хорошо покопаться в себе и это убирать. Вот. Скажем, можно так это объяснить, что человек вот как тюбик. В нем было много плохого. Он выдавливает. Хочет, естественно, плохое, выдавливает. Но дело в том, что в тюбике остается еще, мы же не святые. Следовательно, у нас какие-то остатки этого есть. Женщина, допустим, которая взяла какой-то сосуд, говорит, надо пойти за молоком, вот трехлитровый банк. А там, может быть, был когда-то там масло или керосин или что-то еще. Ну, нет другой банки. Она ее вымыла, ну, смотрит, там что-то еще есть. Пока до кристального блеска не отмоешь сосуд, следует туда наливать чистое, не получится. Все равно что-то зацепит. Поэтому у нас продолжение работы бесконечно. Помню, что как там 2-3-4 года я добился, да, я здоров, у меня все получается, заработки есть, все нормально, казалось, вот социум состоялся. И чувство у меня начинает опять жить, бум-бум, почему? А говорит, ты что, остановился, то есть почиваешь на лаврах? Нет. Ты что, святой? Я говорю, нет, далеко еще. Ну ты хочу остановился. То есть подталкивание начинается. Мы
при нашей этой жизни абсолютно чистыми быть не успеем. И об этом пишет Атуша. Но вы сделаете все, что можете. Если вы сделаете максимально все, что можете, тем самым поверите Господу Богу, что вы с Ним. Честно. Каждый период, сегодня, завтра, послезавтра, делайте, что можно, не откладывайте на завтра, потому что вот в этом и есть принцип. Никто не станет абсолютно святым к какому-то часу Х, но мы должны сделать все, что можем. Только тогда нас признают желанными в будущем мире. А так нет, если человек опять же ленится, кто же его туда выпустит, если он сам не хочет отмываться, там нянек нет, да и здесь их нет. Еще такой вопрос. Когда рождается ребенок, притягивается душа, которая соответствует чертам характера папы и мамы. Сейчас наблюдается в Туссе, очень часто по роду своей детства, вот я так и вижу, женщины до нашего беременности на разных сроках. То есть ребенок умирает сразу после рождения. Вопрос такой, это происходит потому, что притягивается настолько несостоятельная душа, то есть притянулась такая, или это... И нужно испытать родителям вот потерю это или это? Ну, естественно, что это очень боль для родителей. А объяснение этого процесса в главе, в третьем томе «Разрушенный мост», что у женщины сложности, у многих женщин сложности с родами. Почему? Потому что вы являетесь проводниками душ на землю. И если у женщины душа немножко искривленная, то есть вот эти проблемы начинаются, будешь рожать в муках, помните? Ну когда, а вот то, что дитя погибает еще в утробе матери, опять-таки это больше. Ну еще раз говорю, это то, что мы живем уже в крайней точке вот, нарушения всего. Мы дожили так, до такой жизни, что сейчас может случиться все, что угодно. И единственный способ уходить от беды – это исправляться. Тут еще хотел еще, там Коля давно был в тяге. Чуть громче. У Туршина есть такая фраза, что очень часто люди принимают деяние ослепительной чистоты за нечистое. О чем ты говоришь? Ну, надо побывать в той ситуации, я не знаю, конкретно же надо что. Нет, это вот у него фраза, а у Туршина такая. Ну, я думаю, что бывает, когда человек совершает какой-то, ну, может, такой моральный подвиг. Допустим, какая-то бабушка жертвует там, может, даже жизнью ради внука, а кто-то может посмеяться над этим, обозвать ее как-то. Ну, я не знаю. Чулпан Хаматова сколько делает? Ее обличают постоянно, говорят, что фонды ее возьмите, делают деньги. Возьмите жизнь Христа. Он пришел помочь всем нам, его оболгали и убили. И причем 99% толпы орали. И для них это было развлечение, это было зрелище, улюлюкали и так далее. Вот. Да. Николаевич, а вот при чтении Туршина часто болит голова. И если я перестаю читать, какое-то остается внутреннее недовлетворение. Если читаю дальше, начинает кипеть мозги. Что начинает? Ничего не слышно. Голова начинает болеть сильно, такое ощущение, что мозги кипят. Ну, потому что голова по своей возможности восприятия, она ограничена. Это как прокрустово ложе. Душа способна много воспринимать. Вот. Наши оболочки высшие, над мозгом, они очень много выбирают. Но мы пытаемся это через мозг пропустить, осмыслить логику. Поэтому мозг настолько напрягается. Вот. И если он, скажем, такой немножко, как сказать, инертный, то его надо заставить, а если голова болит, да еще плюс бесы лезут и начинают мешать. Либо попытка заставить спать, либо мозг очень быстро устает, или напряжение идет, и все. Не хватает кислорода, обмена не хватает, потому что кислород – это топливо для мозга. Мы должны что, вдохнуть кислород, загнать его в мозжечок, в передний мозг, там идут химические процессы, за счет этого мозг функционирует. Поэтому, если уж так, выйдите на воздух, можете, если хотите, пройдитесь или пробегите, чтобы активно вот немножко это принять кислород. Потом можете опять почитать, посидеть. Спасибо. Сергей Николаевич, я хотела спросить о заболеваниях крови. Меня очень интересует анемия.
У меня много лет была анемия, но она один раз нормальный анализ, другой раз опять вот теперь подозрение уже на новосемью. То есть это морская анемия, она наследственная. Ну, я бы сейчас не стал заниматься исследованием, это надо сидеть с вами, разбираться в причинах, в прошлых там, в делах, это целое, это большое время. Когда происходит стресс, может при этом гемоглобин падать? Может. Потому что вот в одно время нормально, а вот когда что-то происходит такое в период этих всех неприятностей, потом анализ сдаешь, она уже опять... Человек болеет из-за того, что имеет набор прошлых ошибок, которые с прошлого ведут, и сиюминутные ошибки. В сумме это составляет плюс влияние не очень хорошей пищи, не очень хорошего воздуха, не очень хорошего питья, не совсем правильного образа жизни и многое что другое. Влияние окружающих, близких и дальних, на работе, в семье. Вы знаете, сколько это факторов? Почему это надо все рассидеть, разобраться, выявить главные факторы, которые конкретно на это влияют, и насколько можно помочь. И если это не чисто кармически, тогда можно сдвинуть в хорошую сторону. А если это ответственность, которая не отработана, тогда ничего не сделаешь. Ну, да. Это так, по каждой болезни можно ответить. Ну что, достаточно или еще какие вопросы? Илья Николаевич, вот если я правильно, область тьмы, она находится, вот это как раз астральный слой, да? Не совсем. Но не выше. Это то, что мы испачкали. Тьма немножко другое. А вот я тут как раз... Хорошо, это один. А есть же еще, как мы говорим, область тьмы еще ниже нас, которые миры, которые находятся. Вообще тяжело, откуда сейчас вот повлезали черные души. Давайте повлезывали. Так. Не будем ходить сильно вниз и сильно вверх. Надо разобраться на своем горизонте. Это полезно. А приобретать какие-то точные знания по тем или тем мирам, смысла нет. Но мы на это время тратим и упускаем время, не делая полезного ничего. Об этом тоже Абдушин пишет. Вы живите настоящим, живите своими проблемами, которые вас мучают. Если вы их ликвидируете, будет у вас время, занимайтесь исследованием другого. Но если у вас нет времени на полезное, значит, у вас бесы подталкивают исследовать то, что вам сейчас не надо. Делайте то, что надо. Значит, бывает встречаться редко очень. Тьма не есть зло. Тьма – это некая инертная масса, человек, который погружается в нее, становится линией. Мы должны провернуть, как вот мы пришли из воздуха в тесто. И в этом тесте, в материи, мы должны уметь преодолевать это тесто. Зачем нам это дано? Чтобы от лени избавиться. Вот кому удастся это тесто провернуть, значит, он чего-то стоит, значит, его можно выпускать в внешний мир, если он, конечно, не ошибается. А если ты в этом тесте застрял, значит, ты ленивый уже. Все. Когда ты инертное существо, тебе нечего делать в сознательном мире, ты там только вредить будешь. Ты не сможешь двигаться в тех ритмах, которые нам предлагает будущее. Поэтому в какой-то степени тьма – это наше испытание, это наш полигон. Сдашься ты на волю или не сдашься, или пойдешь. А бесы – зло – это немножко другое. Даже сатана не есть зло, сатана – есть только ложное начало. А зло рождается только от людей. То есть мы посредники зла. Сатана предлагает нам, а мы делаем. А если я говорю, я не буду так делать, а тогда ты денег не получишь больших, тогда это вот соблазн начинается. То есть сатана совещательный голос. Он никогда никого не может заставить. Он никого с ножом в горло не подходил, говорит, убью, если ты так не сделаешь. Нет, выбор всегда за нами. Только взвешивать. Выгодно тебе, да, выгодно, но это вредит и тебе, и людям. Тогда я делать это не буду. Я лучше найду другую выгоду, где я никому не мешаю жить. И этот контроль должен быть всегда. Просто вопрос такой, можно сейчас сказать. Вот первый раз в жизни, где-то около месяца назад, был в Москве, и так случайно с одним человеком как-то встретился, просто стоял рядом с ним, от него вот такая тяжесть, и она спина все равно такое попер, как однажды, ну, как-то учили защищаться. Тяжело чувствую, меня как по рукам, по ногам начало связывать. Никогда такого не было. Тяжесть черная, чувствую, прижит глазами, значит, что-то на бочка появляться какие-то. Это не может оттуда человек, то есть душа сам понизил. Бывают очень негативные люди. Но надо не позволять себе, вот, чтобы вас обволакивало это темное.
Чай? А где же свои выставляют? Так вот, тьма на зубок проверяет нас, насколько мы сильны. Ну что, давайте еще последний вопрос. Такой вопрос, Юрий Николаевич. Желание женщины быть независимой, например, материально или в праве выбора, не противоречит ли это вообще понятию женственности? Здесь немножко так, может, вопрос некорректно, что независимости хотят все. Это есть свобода. И женщина имеет полное на это право. А другой вопрос, каким образом, каким способом стать независимым, правильно? Если это требует такой суровой работы, где женская нежная душа начинает соприкасаться с мерзостями жизни и начинает быстро грубеть, вот тогда вы теряете женственность. Как видите, не так просто. Надо тогда найти ту работу, которая вам не мешает оставаться женщиной. Это непростое, но если вы с Богом, вам вариант такой подкинут. Главное не пройти мимо. Ну что, удачи вам! Здраво всем живущим, здраво добрым душам. Сколько ж я спал, глаз не закрывал, а теперь очнулся. Добрые вы люди, что же с нами будет, коли душа не хочет прощать, верить и любить? Ярило, ярило, светит всему миру, злым, грешным и святым, чтобы все мы жили. Горит солнце ясно, чтобы не погасло. Сердце твое обогрей свой дом светом и любовью. И полвека прожил, деревья сажал, дети нарожал, а дома так и нажил. Мой дом чисто поле, с крышей и земною, горы, леса, реки, моря, братья и друзья. Радуга девица, ты ж моя сестрица. Радуй нас всех, чтобы звонкий смех заиграл в косицах. Радуй нас всех, чтоб твой звонкий смех заплясал в косицах. Душа, добрую песню.
подождем немного, ночку вдвоем с женой проведем, а с утра в дорогу. Половинка моя, ты ж вернее коня, вместе вдвоем все переживем до скончания века. Присядем на дорожку, помолчим немножко. На пассажок наливай, дружок, скатертью дорожка. На пассажок наливай, дружок, скатертью дорожка.